И как возможно будет по программе на 11 год, вот за оставшееся время, стратить 30 миллионов? Тратить деньги надо с умом, так решили городские депутаты. Сегодня на заседании они внесли ряд изменений в бюджет этого года. Добавить средства решили на благоустройство, ремонт школ и детских садов, а также профилактику экстремизма и терроризма. Администрация районного города на благоустройство территории на 31,4 миллиона рублей. Управление внутренних дел по городу Саратову на 30 миллионов рублей. Комитету по жилищному коммунальному хозяйству на 23,2 миллиона рублей. Принятые меры по поддержке малого и среднего бизнеса, ставку арендной платы за муниципальные помещения для предпринимателей не поднимут. Чтобы они развивались, не увеличивая цены. Мы не можем поднимать арендную ставку выше, чем сегодня бизнес сдает в аренду. Соответственно, ввиду того, что цены на рынке не поднялись, соответственно, и мы также оставили на прежнем уровне, даже чуть ниже, для того, чтобы была возможность у малого предпринимательства, у малого бизнеса арендовать наши муниципальные площади, которые сегодня еще остались в городе. А нарушителей правил благоустройства и незаконных торговцев рублем накажут как следует. Депутаты обратились в областную думу с предложением повысить штрафы в несколько раз. Установленные в настоящее время законом Саратовской области штрафные санкции по данным видам правонарушений ниже максимально возможных сумм административных штрафов, установленных федеральным законодательством. Если областные депутаты согласятся поддержать своих городских коллег, то, например, хозяевам магазина за стихийную свалку на ближайшем газоне придется заплатить штраф от нескольких десятков тысяч рублей до 1 миллиона. Цель увеличения штрафов не заключается в пополнении, бюджета города, а именно сделано для того, чтобы напугать нарушителей, которые хотят только нарушить правила торговли. Над тем, чтобы пополнить бюджет, депутаты тоже работают серьезно. С июля город получил 145 миллионов собственных доходов, из которых 20 – земельный налог. Такую сумму этот вид налога приносит Саратову впервые. Надежда Новикова, Олег Буланов, новости, телеобъектив.